Эх, если есть что-то прекраснее в этом мире, чем янтарь, да нету, конечно. Ну, разве что только вот этот прекрасный фон. Посмотрите на эту фею. Ох, друзья мои, первый день форума. 2024 год, 27 июня. Все только начинается, впереди огромное количество всего интересного. Ну, а мы постараемся вам это все сегодня показать. Поехали! Ну, давайте, допустим, познакомимся с первой локацией, которую можете встретить сразу, подходя к этому очаровательному янтарь-холлу. Ого, огромная песочница. Почему? Зачем? Может, какая-то детская зона? А, не тут-то было. Каждый день 25 килограммов янтаря будут погружать сюда, и у каждого из посетителей нашего форума будет возможность самому посеять, ну и, конечно же, кое-что пожать. Привет всем! Кто нашел уже янтарь? Вы знаете, сколько лет этому янтарю? Несколько миллионов. Несколько, минимум 50. Ну что, давайте познакомимся с самым главным, мека янтаря, конгресс-холл. Проходите, пожалуйста, я не буду мешать посетителям. Посетители для нас это янтарь. Раньше бы сказали золото, но сегодня янтарь. Пойдемте посмотрим, что у нас внутри. Ну что, давайте познакомимся со всем, что будет происходить прямо здесь, что уже происходит здесь сегодня и сейчас. Ну, во-первых, посмотрите, какое количество волонтеров у нас представлено. Поэтому, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы захотите что-то изучить, вы потеряетесь, огромное количество волонтеров. Ну, во-первых, сразу хочется отметить, что здесь очень комфортно. Если на улице сегодня по-настоящему знойный день, то здесь классная температура, работают кондиционеры. И если вы хотите поживиться сегодня одним-другим камушком, то точно вам сюда нужно приходить. Здесь представлены самые последние новинки, самые последние разработки, и любая женщина найдет для себя, а мужчины могут побаловать свою любимую спутницу самыми уникальными эксклюзивными украшениями. Ну, а в этом зале сегодня проходил самый настоящий аукцион, где были представлены редчайшие лоты. Только представьте себе, самородки весом более 1 килограмма. И таких самородков добывают в год порядка 15-16 штук. Те, которые сегодня были выставлены, их добывали аж в 2019 году. Аукцион очень активно прошел. Мы сегодня представили 25 лотов. И приятно, что у нас очень большое количество гостей из зарубежных стран. Представители средств массовой информации. Казахстан, Китай, наши друзья арабские приехали. Куба даже. Представляете? Поэтому янтарь, конечно, это очень модно. Это очень стильно, это привлекает всех. И здорово, что здесь наше балтийское золото, наша гордость вызывает столько много интереса и ажиотажа. Меня зовут Александр. Меня тоже зовут Александр, но вы знаете, я не из Китая, а вы? Из Китая. Расскажите ваше самое свежее впечатление, первый день сегодня. Да, мы уже, в прошлом году уже были здесь на выставке, очень приятно, очень хорошие товары, все довольно, товар красивый, люди добро, и желаем на будущее между собой, но два стороны очень хорошие будет, но самое хорошее отношение. Ну вот вы в прошлом году сколько янтаря увезли и сколько планируете везти в этом? Ну, в прошлом году мы просто приехали смотреть. Ага. Да, ничего не покупал. Интересно, приехал погулять и смотрел. Ну, во-первых, обратите внимание на форму этого стола. Какая она, как вы думаете? Ну, конечно, круглая, поэтому логично, что здесь будут проходить круглые столы в рамках всех 4 дней. Вот уже участники круглого стола заняли свое место. Мы сейчас аккуратно, тихонечко подойдем, познакомимся, узнаем, что здесь будет происходить в ближайшие вот несколько мгновений. Как вас зовут? Меня зовут Холоднова Татьяна, я дизайнер-ювелир. Не только я, но еще несколько спикеров. Мы сегодня будем говорить о дизайне, о ювелирных украшениях, как современность совместить с историей и как ее привнести в нашу жизнь. Янтарь – самый молодежный камень. Почему? Потому что его можно обыграть. Это такое поле для творчества. Вот смотрите, я сегодня, например, в кольце с янтарем. Вот так вы посмотрите, никогда не подумаете, что это янтарь. Но его можно обыграть, и уже это не бабушкины бусы, а разбиваешь… Ваше рукотворство? Да, это моя коллекция называется «Гутта», капля янтаря как раз. Представьте себе, 35 ведущих переработчиков этого уникального камня собрались сегодня здесь, под этой крышей. И это только первый день, это только первый дневник. Мы будем каждый день продолжать вас знакомить абсолютно со всем, что будет происходить здесь в рамках нашего Amber Forum 2024 года. Следите внимательно, ну и самое главное, присутствуйте здесь. Мы ждем каждого.